Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг! Что-то мне тут не нравится. У меня связь. Фигня. Я себя чувствую сейчас блондинкой, потому что я не понимаю, что здесь происходит. Привет, Кирилл. Во сколько концерт? Это мне? Нет, это не мне. Во сколько концерт? Он уже начался в 7. Я немножко отпросилась даже с работы. Угу. Воображаю. Угу. Альмирка Пердулька. Угу. А где он? Он в Уфе. В сказке он. Он попал в сказку, потому что он в Уфе. Уфа – город ласки. Какую-то фигню я сейчас несу, но это окей. Как ты? Чё ты? Почём? Всё классно, зашибись. Да, вот такая вот я. Какашковые сердечки рулят. Ты куда так едешь, а? Я не понимаю, мне надо туда. Ты с друзьями будешь? Ну а с кем еще? Конечно. Через 500 метров повернись. Мне кажется, я все подряд сейчас нарушаю. Но простите меня, люди. Я опаздываю на концерт. Вот так. А я еще не знаю, где я сейчас еще припаркуюсь. Вот эта вот маленькая жирная жопа меня не пропускает. Ну и хрен с ней. У тебя права есть? А ты, конечно, есть. Сказки же одни хачи. Так я еду к Моту, а Мот хач нет. Вообще я не люблю называть хачики, чурки. Мне эти слова не нравятся. Все, пропустили. Машина Паджеро, да. Он не хач. Он вроде грузин, если не ошибаюсь. Борис Дазамера, да? Мне кажется, я неправильно еду, ребят. Шаурма! Самое лучшее шаурма! Где? На экваторе! Вот так! Вот хуйня. На халяву нет. У меня же 2 билета на халяву. Вот так вот, 2 билета на халяву. Ассаламу алейкум! Когда будешь у Мото? Все, я уже рядом с Мото-Мото. Мото-Мото. Да, не один. Ха, хитро же, однако. Блин, а где я парковку найду, дамы и господа? Вот это жопа. Вообще-то он русский. It's okay. Конечно, можно. Я не знаю, что можно, но it's okay. Страшное есть такое. Спорить не буду. Уставшее, наверное, больше. И не страшное. Значит, страшно девочек не видел. Ваше место назначения находится слева. А вот так я припаркуюсь сейчас. Просто-то какие тут тачули стоят. Что за машина? Машина у меня... Как вы думаете? Блин, я припарковалась, но я так боюсь, что мне отсюда заберут машину. Вы понимаете, нет? Я не знаю, что делать. Оставить здесь или как? Блядство! Тут, кстати, штраф стоянка. Ставь рядом, иди. Есть знаки. Не вижу. Вот именно, что я их не вижу. Знаков-то я не вижу. Но я понимаю своей башкой, то, что здесь нельзя. Хотя знаков вроде бы нету. Иди не очкуй, не очкуй. Как-то пешком не охота потом домой ехать. Тут ставь. Не, впереди меня две машинки. А давайте я вам покажу, вы мне посоветуете, а? Хорошо? Да, вот, смотрите, впереди две тачки. Да, две тачки стоят. Вот здесь. Вот я не знаю, тут можно стоять, нет? Ну скажите мне! А вот сучки вышли.
Они, наверное, как я, сидели и не знали, можно, нет. И они увидели меня. Раз она здесь оставила, значит, мы тоже можем. Вот так. Угу. Мне надо эту помаду убрать. Она меня смущает. Меня моя помада смущает. Это так странно звучит. Вали быстрее. Куда валить-то? Подожди. Пусть пока греются, разогреются. Блин. Я сейчас такую гадость сделаю, а вы не смотрите, хорошо? Мне нужно... Мне губы мои не нравятся. Убери. Какая машина? Простая машина у меня. Блядство. Вы когда-нибудь вытирали помаду об листочек бумажки? Я это делаю. Сейчас я этим занимаюсь. Все, убираем помаду. Кто-то там написал, убираюсь. Ой. У меня аж нос зачесался. Никто мне не оставил даже места на парковке. Вот что за они скоты? Пиписьки. Все они пиписьки. Пиписяндры. Вот так вот. Я такая бессовестная. О май гад, был Герман. Стоят попы. Такие вообще я не могу. Вы что, детей не хотите иметь, девочки? Стоят жоп в колготочках. О май гарбл. В таких тоненьких. Ужасно! Что такое? Какой город? Золотой. Покажи их. Не покажу. В Уфе же даешь, молодежь. Смотрите, я вытираю бумажку, помаду. Ты красив. Много народу входа. Да вот стоят. Птички мнут. Птички разминают девчонки. Идут цеплять пацанчиков. Вот так. А мод тут при чем? Потому что на концерт мото приехала. Мото. Я думаю, ну как бы мне дали на концерт мото. Мото это же тот, который с Мадагаскара, да? Который люблю больших. Люблю попасть. Это же он? Надеюсь, что вот я чисто ради него пришла. Что они, получается, привезли сюда бегемотика? Прикольно. Там снимать будешь? Нет. Нет? Это не тот бегемот? Люблю больших. Люблю попастых. Люблю толстых. Щекастых. Коренастых. Ты Глория? Да, я Глория. Мод... Ребят, ну я шучу, я знаю, кто такой мод. Ребят, это бегемот. Как дела? Мод это Black Star. Йоу. Я в тебе нашел абсолютно все. Все, что надо мне. И прическа у меня фигня. Поснимай там. Да я как бы сегодня снимать никого не собиралась. Шутка. Все, наверное, думают, такая извращенка. О, боже мой. О, май гарбл, Герман. Расскажи, как выбрать девушку, которая тебе нравится. Блин, ты меня загрузил, слушай-ка. Как понравится девушке? Показать ей, что она тебе не нравится. Вот так. С чем тебе концерт? Спой лучше нам. О, не буду, я стесняюсь. Стесняшка. Хоккей лучше бы... Я тоже об этом думаю. Просто у меня два халявных билета. Не пропадать же. А я... Ты врешь, ты не на концерт. Если бы тогда бы снимала, а нет. Хорошо, я вру. Я лгунья. Вот так. Лгушка. Лгушка. Вот так вот я лгушка. Бабосики взяли. Кто второй? Друг мой. О, привет. Врушка, пердушка. Не, принцессы не пукают. Вот так. Но я не принцесса. А шутка, я принцесса. Все, Буда. А ты его Айрат, что ли? Нет, не Айрат. Айрат болеет.
Не, не поеду я на Рамштайн. Ты что, у меня детская психика. Ты кто по гороскопу? Я по гороскопу Козерог. Казашка, нет, татарка? Ну, почти. А ты жена Мота? Нет, не жена. Я вообще замуж не хочу. Притворяешься, сидишь типа как тупая. А на самом деле что, я не тупая? И на самом деле... Альмир, ты же умная девчонка. Ну что ты себя так ведешь? Сидишь? Фигню несешь? На самом деле я умная девчонка. Не, ну если по чесноку, я реально таки не тупая, точно. Почему? Сейчас объясню. Ну, во-первых, я школу закончила с медалью. Да, не золотой, но потому что я татарка. Мне учительница сказала, что татары не могут знать русский на 5. Вот так. Я русский знать не знаю, короче. Как говорит у меня мама, знать не знаю русский. Без этого мне стоит одна четверка. Вот. Бляха-муха. Далее. Перейдем далее к университету. Ну, университет, я, как я до этого говорила, я же татарка. У меня там мотивация была хорошая. Я на бюджете училась. Вот. И, короче, там так, такая схема. Тройка есть, получаешь 50 баксов. Тройки нету, получаешь сколько? 500 баксов. Из-за этого там мотивация была хорошая, чтобы учиться на тот момент. Дура. Ладно, пусть будет так. Ну, какая есть, такая есть. Какая есть, такая есть. Ты в машине? Я в автомобиле. Автомобиль. Кто платил? Что? За билеты мне подарили. А, ты где училась? Ой, ребят, где я только не училась? Вот так. А, боже мой. Где училась? Где училась? Что за машина? Какая машина? Альмира, машина, какая модель? Машину подарили? Нет, сама купила. С кем идешь? С другом. Не чекаляр, запипись. За то, что нет трое, кто платил? Никто, сама училась. Ну ты чумовая, да я чума. Вот такая вот я чума. А вот и мой дружбан приехал. Все, всем пиз, уважуха. Всем хорошего вечера. Увидимся. Я с вами. Не с вами. Шутка. Прочитай рэп. Йоу. Прикольная я такая. Вот пока. Прикольная я такая вот свинья. Шутка. Пока.